Традиционно в последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. В ЗАГСе чествование начали заранее и пригласили 6 многодетных мамочек, чтобы поздравить их с профессиональным праздником. Такие акции с цветами и подарками проходят в ЗАГСе больше 10 лет. Елена Кондриченкова – мать троих сыновей, старшему 11, младшему годик. Он, в отличие от старших братьев, на торжественное мероприятие не пришел, остался дома с отцом. Елена считает, что воспитать настоящего человека под силу каждой любящей женщине. Материнство, по мнению собравшихся, настоящее счастье, с лихвой компенсирующее затраты времени и сил на воспитание. Когда один ребенок, он всегда около твоих ног, а когда их двое и трое, они уходят вместе все гулять. У меня маленький ему годик, он уже ходит, он вообще около меня не стоит, он стоит у них с мальчиками, со старшими, играет, гуляет.